прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Кто такие? Выйти на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их! Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой, братан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем попробуем. А вы присматривайте за этим. Передвигайся! Шевели булками, или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком. Бля, мы вляпались по самые помидоры. Ну, а ты видел, что это? На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они нам отработают, там типа зимой будем считать, что повезло. Человеческие тела лежали. Ну, на Ганзу нам пути нет, но зато... Трудно пройти. Слышишь, держи патроны, пойди купи пару фильтров противогазов. Есть одна мыслишка. А я пойду перетру кое с кем. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Разные... Ну, давай, минут пять у тебя в общем есть. Затрудняюсь. Я вообще-то атеист, знаете, и во всякую мистическую чепуху не верю. Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро в проспекте. Может, самогончику наверху будет. Повод. День машиниста мы уже отмечали два раза на этой неделе. Сын сегодня произнес первое слово. Поздравляю. Мама, чем обязан? Ни то, ни другое. Пойди своей дороге. Он сказал, огонь. Ха. Вырастет, да, будет солдатом. Ты думаешь, что хорош пугать? Ну да. Нажрались в ноль. Слышишь, как пососы на подкорку. Это кончайте с этой хрень. Каждую ночь кошмары вижу. Себя вижу, как я командую своим отрядом. Слушают меня, у всех стволы опущены. Все словно пьяные. Кровососы идут на нас прямо. Слышишь, Харетта Токалач, где фильтры? Огонь! Огонь! У меня отличная дурь, парень. По глазам вижу, хочешь догнать. Давай! И спирт, кстати, тоже. Любой есть. Давай. Пожалуйста. Добре, прошу. Давай. Ратовałam ci tyłek, dobra, panie Bourbon. I proszę mnie nie wkurzać na nich, dobra, i te kupić te filtry. Gdzie tu mam iść chyba? Давай, не все же вблизи со свиньями валяться. Прикупи себе красивые одежды, почувствуй себя гламурно. Будь звездой. Мама мне деньги не дает. Расскажи бесплатно, а? Пожалуйста. Я в животе. Вообще, я. Скажи, и в общем, отсюда есть ближайшие радиостанции, то я очень долго. Любые пули, любые патроны по курсу ЦБ. Все, что вам нужно в пути. Кто-то есть. Гад, самоприлепный. Гранаты, нож дустания. Ха-ха, фильтры, так. Кілька фільтрів. Пойдет в него один. И все. Хозяйство пригодится. Сталкеры говорят, ну, уговорил. На Кремлевские звезды, когда поднимаешься. Хозяйство пригодится. Это не тебе. Нож дустания, гранаты, хайки. И все готово. Да, нас офицерно. 20 минут. А потом, ну и фиг с тобой. Как тебя внутрь затянет? Налетай, разбирай, подходи, покупай. Да, последний остался. Раскупают на лету. Да,
сам цена. Хорошую пушку берешь. Добра. Ну и фиг с тобой. Другой, чтобы его в чувство привел. Tak, ale uratowałam tyłek temu Burtonowi, Narsonowi. Gdzie on jest? Pogadaliście, panowie? Конечно, жматяры нереальные, но тут уж ничего не сделать. Зашибись, все, выдвигаемся. Слышит ли меня кто-нибудь? Это Москва, прием. Кто? Если меня кто-нибудь слышит... Бурбон? Эх, будто сам не слышишь. Нет, никто. Если меня сейчас кто-то слышит... От... Я уже Михи забашлял. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Люди, если вы живы, ответьте. Слышит ли меня кто-нибудь? Это Москва. Приятно с вами иметь дело. Да ладно. Если меня кто-нибудь слышит... Эх, никто меня не слышит. Нет никого. Все на изготовку. Ворота открывают. Вы уверены, товарищ командир? Ответьте. Все по местам, прикройте меня. Москва. Черт, ненавижу это. Москва. Станция метро, проспект Мира. Так.